Прилетела в Геленджик, меня уже встретили. Мы приехали вот в этот дом, где будем жить. Покажу вам обязательно квартиру. Ну что, мы уже заселились в квартиру, очень милая, в новом доме. Здесь санузел, здесь какой-то гардероб, который мы пока не смотрели. Здесь есть одна комната, в которой мы все как раз будем спать и в которой я проведу прямой эфир. Надеюсь, что интернет здесь тоже хороший. А еще здесь есть, конечно, кухня, на которой мама уже варит нам суп. Это так мило. И самое главное, что здесь есть, это лоджия. Сейчас покажу вам, какой с нее прекрасный вид. Посмотрите, как красиво. Еще закат потрясающий. А вот там внизу продают фрукты и овощи. Это то, что я обожаю в туристических городах, где прямо на улице можно купить то, что здесь выращивают. Мы сейчас поедим вкусный суп, немножко отдохнем и пойдем гулять. Возьму вас обязательно с собой. На самом деле, сегодня уже второй день в Геленджике, просто мы вчера очень сильно устали и совсем чуть-чуть прогулялись, поэтому я ничего не снимала, но сейчас мы идем на пляж, а потом, может быть, еще поедем в интересный парк, так что сегодня я обязательно вам что-нибудь покажу, и сегодня день, когда я наконец-то смогу просто полежать, почитать на пляже и ничего не делать. Пока мы сидим на пляже, я расскажу вам вообще, зачем мы сюда приехали, потому что мне кажется, что я не сказала. На самом деле это неожиданная поездка. Мы просто с родителями решили встретиться в Геленджике. Это город на юге России, туристический город на Черном море. И так как я планировала поехать к родителям, мы решили, что будет отличная идея встретиться в этом городе, провести здесь немножко времени, так как мы все давно не были на Черном море, и потом на машине вернуться в мой родной город, в Ейск, где сейчас и живут мои родители, чтобы я провела немножко времени там и увиделась с моей бабушкой. Так что до воскресенья мы будем здесь. Почему до воскресенья? Потому что в субботу у меня прямой эфир на канале, и это значит, что мне нужен хороший интернет. Поэтому в воскресенье мы поедем в Ейск, и там я тоже буду, мне кажется, 4 или 5 дней. Потом полечу в Москву, и всего лишь на день на самом деле, чтобы отвезти мою собаку к кинологу и потом полететь на Сахалин. Такой тут будет достаточно легкий отдых, я бы так его назвала. Мы хотим много быть на пляже, хотим поехать в парк, может быть, покататься на канатной дороге, может быть, сходить в аквапарк, но я планирую чуть-чуть расслабиться. Работать буду только утром и поздно-поздно вечером, а все остальное время буду проводить с родителями. Так что я буду вам показывать все, что мы тут делаем, но не обещаю, что влог будет таким активным, как влоги из Санкт-Петербурга, например. Пойду покупаюсь первый раз в Черном море. Родители разбудили меня, дали мне в руки кофе, посадили в машину, и мы приехали в сафари-парк. Здесь очень красиво, я все обязательно покажу вам, хотя я очень хочу спать. Я не очень люблю зоопарки, но мы привели сюда моего младшего брата, поэтому
посмотрим, кто здесь есть. Мне всегда так жалко животных. Хотя кажется, что им здесь неплохо, только жарко. В общем, зоопарки — это не мое. Я ужасно расстраиваюсь, когда вижу животных в вольерах. И сейчас там слон один в вольере. А я знаю, что слоны не могут жить одни в вольере. В общем, мне нельзя ходить в зоопарки. И я думаю, что зоопарки — это очень плохо. Это хорошая идея показать ребенку животных, но животных очень жалко. Простите, ребят, но я не буду больше здесь снимать, потому что мне кажется, что тыкать животному в лицо камерой или телефоном – это отвратительно. И я не могу так делать. Не хочу. Я просто похожу, посмотрю, погрущу, и потом пойдем дальше. Балда, я забыла зарядить камеру. Она разрядилась, конечно же. Но я думаю, что это знак, что мне нужно перестать снимать и просто наслаждаться чудесным видом, общением с родителями. Так что снимать я сегодня больше не буду. Но мы прощаемся с вами ненадолго, потому что завтра следующий день в Геленджике. Что, продолжаем наше путешествие по Геленджику. Мы приехали в место, где есть известный маршрут по нескольким водопадам. Сейчас будем идти 2,5 километра. Надели удобную обувь. Там все тоже в удобной обуви. И сейчас у нас такой пеший тур небольшой. Покажу вам обязательно водопады. Должно быть очень красиво. Водопады здесь просто шикарные. Мы ни секунды не пожалели, что пошли. Шли долго, и в лесу очень много комаров. Они нас закусали, но мы дошли и посмотрели. А сейчас уже поедем домой. Хотим немножко отдохнуть. Может быть, вечером пойдем прогуляемся по набережной. Но я с вами на этом прощаюсь. Спасибо, что вы погуляли со мной. Я надеюсь, что вам так же понравилось, как и мне. Пока-пока!